У нас уже хрустит снег под ногами. Я приготовила подарок для девочек. Сейчас покажу. Вот такую красоту я подготовила под вечер девочкам. Как раз пошел снежок. Самое время им прогуляться. Посмотрим, как они отреагируют на такую тыковку. Помню, переживает для себя отдельная тыковка. У меня вообще, в принципе, без Хэллоуина, если так ночью кто-нибудь зайдет, испугается. Перчатки лошади пахнут. У тебя отдельная тыка, я тебе принесу. Сейчас мы девочек выпустим. Так, зайдет, а кто-нибудь испугается, такие фонари встречают. Давайте начнем с Ханиты. Для Мартина, для Пумы я отдельные тыковки подготовила. В этом году красивенькие. Я первый раз сама себе такие заказала, что призные. Они как раз соскучились друг по другу, потому что кушали и были разъединены. Оп. Давай, выходи, Пума. Сейчас посмотрим, как девочки отреагируют на тыкву. Сегодня у них прям настоящий Хэллоуин. У нас все как положено. Где-то я прочитала, что еще должен быть черный петух. Вот черный петух. Ну, естественно, на петуха они больше внимания обратили. Но ничего. Сейчас они там разберутся и приступят смотреть тыкву. Вон такие глаза, лунки. С ними прям нужно на Хэллоуин ко всем ходить, пугать. Чтоб в окна такие глаза. Как вам снежок, девочки? Сегодня первый снег. Такие только глаза везде зажигаются. Ханна! Посмотри на меня, а то твои глаза не видно. Глаза. Оп, глаза. Наумы там где-то гуляют. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня прекрасное, уже можно сказать, зимнее солнечное утро. Вчера вечером я показала всем тыковки животным, но сегодня покажем их, так сказать, в другом светлом ракурсе. Посмотрим, как рыськи и пума отреагируют на все это дело. Поможет мне Марина. Кстати, подписывайтесь на их канал. Зооком называется. Там очень много интересной информации. Вот, ну, посмотрим, как все отреагируют. Мани, ты снега так радуешься? Ты... Ну, я так распираю. Мани, снег клевый, да? Клевый снег? Солнышко, снег. Вообще, я тебя понимаю, мне тоже нравится снег. Жалко, да? Ей прям очень. Мартин? Ты готов к Хэллоуину? Он сам как Хэллоуин. Мартин, смотри, какой вкусняк у тебя приготовил. Прям все для тебя. Иди, выходи. Смотри, какая тыква. Ой, какая красивая. Вон Ханна уже готовит. Тебе тыкву еще не дали, она уже сейчас будет тыква. Ну-ка, опа. 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 Что тут такое? Ой, тыква. Ты посмотри, Мартин. Какая классная. Ой, вкусняха. Мартин, вообще тут старались, люди вырезали для тебя. Ты... О, ну хочет еще тоже вырезать. Он говорит, мне кажется, вот здесь не хватает. Вот здесь тоже не хватает. И чего, все? То есть ты считаешь, вон там надломленный кусочек и уже красота? Да. Я все вырезала.
Мартин, ты чего? Он говорит, ржёт надо мной. Обиделся. Смотри, обиделся. Мартин! Все. Ты серьезно? Надо было, наверное, крышечку его снять. Сейчас сам дойдет. Опа. Да ладно тебе ругаться. Смотри, какая классная штука. Отверну, моя картинка. Март. Да, реально ржем, и он обижается. Что-то скинула. Да. Сейчас надаю, говорит. Ой, какой ласковый Мартин. Сам себе не погладишь, никто не погладит. Может, и заметит. Такой подставы. Мартин, ну чего там, посмотрел? Там для тебя сюрприз. Он такой, поняла твои сюрпризы. Был красивый. Да вообще, вот не было бы ты с таким характером. Цены бы не было. Хоть реально опять в Салтыковку езжай и бери котенка. О, да. Я вам котенок, не берите больше. Мне кажется, он не оценил нашего прикола. Мартин, ну это Хэллоуин, прости. Это не мы смеемся над тобой, это вот такая традиция, типа, я даже не знаю, как это назвать. Вообще обычно они там делают перед тем, как собираются кушать. Ты собрался ты как-то покушать? Да мы поняли грозные грозды. Мы все поняли, давай. Приступай. Я прям стесняюсь, уходите. Не, он хочет. Ребенок когти потащил, он собрался ее, значит. Моя такое, идите отсюда. Ты че такой воображуля? Мартин. Ну и ладно, мы пойдем к девочкам. Как хочешь. Не хочешь тыку, как хочешь. Какой довольный кот. Кто такой хороший довольный кот? Голубые глаза и счастье. Давай, смотри, какой у тебя подарочек. Иди сюда, смотри. Ну почти. Ты почти угадал. О, тыква. Нифига ж себе. О, как классно. Единственный камень, прям вся красота. Чего такое? Причем, смотри, он подвох видит не в тыкве, а в полке. Он смотрит на нее так страшно. Полка виноват, что он упал. А он мясо-то достал? Нет, не трогай. Камеру не трогаем. О, мясо. Молодец. Вкусняшка. Вкусно было. Фу, сделал мой Хэллоуин. Представляю, кто вид заходит и пу с такой на башке. Клевая игрушка, по-моему, Пум, да? Пум, давай, попытка номер два. Там опять злостная тыква, только уже без сюрприза. Он такой не понял.
Я ее здесь оставила. Пум, смотри. А, вот моя игрушка. Класс. Он специально, мне кажется, ему нравится. Да, реально, он специально это делает. А, он просто вылизывается, смотри. Класс. Класс. Вот это я понимаю реакция на Хэллоуин. Он такой, девчонки, Хэллоуин, я с вами. Нет, 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 нет. Такой раз и сразу голову туда спрятался, типа, я ничего не делал. Он развлекается уже. Он реально развлекается. Если бы он напугался, он бы не стал делать это по 5 раз подряд. Он такой, девчонки, я с вами, у меня маска есть. Да. А что, нужно костюмы делать на Хэллоуин? Мне там. Слушай, смотри, он тему сразу просыпал. Всю тему с Хэллоуином он понял. Суть этого праздника он понял. Ловил. Вкусно? Не, не может дырку найти. Он пытается залить. Говорит, что ничего не получается. Ничего там не получается. Не получается, да? У нас и не получается. Я перепомню, молодец. Тут раздолбалась, говорит. Давай, тащи следующую, да, тащи новую. Такой пум. Он ее конкретно разобрал. Молодец. Просто, уже. Говорит, клевая шапка. Как мало ребенка до счастья надо. Все? Тут тыква немножко это, немного в снегу. Она умерла, это сразу видно. Да, ну, значит, замерзла насмерть. Такая. Ваня, у тебя тоже будет вечером тыква? Я хочу сейчас, Ваня такая, я хочу сейчас. Блин, мне кажется, девки вас сразят. Посмотрим. Манечка, Манечка, какая добрая собачка, Манечка, ай-яй-яй-яй, нет, не обнимаемся. Давай, сейчас девочка будет бегать. Венская готова, отаки рыси. Венская явно ночь не задалась. Ну да. Ханна, попробуй выпустить по одной, может быть, они... Давай, сейчас будем гулять. У тебя есть уже тыква? Пора девочкам. Ханит, выходи. Опа. О, говорит, прикольно. Пойдем посмотрим, Хан. Хан, пойдем. Смотри. Смотри, какая штука. Хана. Ханита. Для них, пожалуй, оставлю эту крышечку, а то, мне кажется, там... Даже, наверное, стоит сверху что-то положить, чтобы они сообразили. Так, ладно. Можно Умку на подмогу вызвать. Опа! Опа! Ханна, нет, подожди, какой вольер? Пойдем гулять. Первый снег, сугробы. Ты что? Какой вольер? Масик, погуляйся. Давай. Масик, смотри, какая тыква. Говорю, ты мой попик. Ты мой попик, а? Попик мой. Такой хвостатый попик. Умочка, смотри, что такое. Тыква.
Ну, так неинтересно. Ладно, ладно, Хана, сейчас тоже тебе положу, не переживай. Посмотри, может, там что-то еще осталось? Ханя, тут, прости, Умка просто быстрее сообразила. Там один кусочек был, да? Слушай, а я положила бы два, она бы два схватила. Хана такая, ну ладно. Хана пошла изучать владение. Что там Артек делает? Ума, как тебя тыковка? Ума тоже уловила суть праздника. Опа. Норм, да, все хорошо. Правильно, правильно, Умочка, что ты на нее смотришь? Курица тут всегда, вы к ним привыкли, а тыкву надо есть, пока дают. Вкусно? Класс. Я тоже люблю тыкву, я тебя понимаю. Ну, это что значит социальная адаптация, что Пума совершенно спокойно бошки засовывает, что Ума. Такой оп. Ничего не страшного, да, в этой жизни. Ай, там Хана резвится. Ханочка, ты резвишься? Опа, с метелкой поиграть, конечно. Смотри-ка, еще игрушечка есть. Если такие не привлекают? Такие только Пуму привлекают. Ты с тыквы перешла на... На траву. На траву, все нормально. В общем, кто как, а Пума и Умка рады этому празднику. Я думаю, это будет их любимый день в году. Да. День, когда можно засунуть бошку в тыкву. Хвостик, хвостик гуляет. Охотница. День тыквоголовых. Ну а что, это как вариант? Ума. Вкусно, кот. Кстати, в том году, когда мы давали обычную тыкву, Гума тоже ела тыкву. То есть включить рацион? Ну да. Я ей даю иногда. Так Гума единственная, кто овощи типа чуть-чуть ест. Взгляд извне. А что видела тыква? А что видела тыква? А каково было тыкве? Все так беспокоятся, злая тыква. Всех пугает. Офигенно то, что она вот сменила ракурс. Она сейчас реально дает снять только то, что видно вот из этой дырки. Бум! Да ладно тебе с ним-то задираться. Ума! Отвали. Ума! Отвали от него. Смотри, тут ханитка есть. Там тыква есть. Клевая тыква такая. Всем надо давать лилей. Они снегом обтерлись и как пьяные. Лучше тебе не знать, что там. А? Лучше тебе не знать, что там. Да. Кошка, кошка такая, кошка. Ну ладно, все равно потом друг друга будете вылизывать. Мои коробочки, говорит, Маня, не подходи.
Ваня такая, да что? Что это такое? Клевые коробочки? Да! Ого!